С начала 2023 года ремесленники за осуществление своей деятельности платили государству ежемесячный сбор в размере 6 рублей. Кроме того, у них была альтернатива – вместо этого по желанию уплачивать налог на профессиональный доход. Однако с 1 июля в силу вступили новые условия. Физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, в отношении такой деятельности обязаны с 1 июля 2023 года применять налог на профессиональный доход при отсутствии соответствующих решений местных исполнительных и распорядительных органов о праве применять иной режим налогообложения с уплатой сбора за осуществление ремесленной деятельности. То есть, если ремесленник считает переход на профдоход нецелесообразным, он может обратиться в горисполком и доказать свое право на применение иной формы налогообложения. Если же принято решение о применении налога на профдоход, необходимо установить соответствующее приложение на свой смартфон или компьютер и поставить через него в известность налоговый орган. После перехода ремесленникам на применение налога на профессиональный доход в отношении ремесленной деятельности излишне уплаченная сумма ремесленного сбора подлежит зачету или возврату в соответствии со статьей 66 Налогового кодекса. Ознакомиться с более подробной информацией о налоге на профессиональный доход, а также скачать приложение можно на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.